Геннадьевич, ну как вас нет, это беспредел. Ну, он сейчас Юрий Геннадьевич, что ты делаешь? Здравствуйте, приветствую, Юрий Геннадьевич. Спасибо. Ничего не пускать. А что ты пускаешь? Видишь, наши доблестные полиция. Да, мне, ну можно принять. Документарий закон. Ну вот приемный день, все отменяется. Нет, уже начался приемный день, 10 минут уже приемный. А вы попробуйте, Юрий Геннадьевич, пройти. А по его ощущению, там как идет? ВП отказывает от нужды не делать, прокуратура не ищет, и отказывает меняет. Вот мой паспорт. Я житель деревни поселка Жукова. Можете его смотреть? Пустите, пожалуйста. На секунду. Я хочу пройти. Вот мои пропуски. Я так понимаю, что это с крестом. Почему сегодня приемный день? С 10 до 17. Чего не пускают? Посмотрите туда, внутрь-то. Там уже с оружием стоят. Чего внутрь? Я говорю, почему? Давайте зафиксируем о том, что в 10 часов. 8 минут. Если бы тут еще лежали миллионы, тогда было бы хорошо. А так пенсия. Не пускают, да? Не пускают. На каком основании? Где закон? Ну что, Юрий Геннадьевич, не прошло? А что не прошло? Ну там стена такая стоит, конечно, ёпта. Да хрен с ней, с этой стеной. О, ёпта. Даже спецгвардия. А это почему тут? Привет, пацан. Какая прелесть, а? Точно. Мы в каком государстве-то живем? Правовом или в каком? Вот на Кубе такое невозможно. А при чем тут Куба? Я живу в своей стране, а не на Кубе. Давай позвоним Вячеславу Кимовичу, пусть приходит. На каком основании? На основании... На основании есть. Того, что я так хочу. Да. Поэтому...